Многие из нас привыкли, что на нем таков все выступления позитивные, добрые, жизнерадостные. Примерно такие же, какими мы хотим видеть вожатых в лагере, которым родители без тени сомнения доверят своих детей. И кто-то даже не представляет, что может быть иначе. А иначе может быть. Еще как может. Альтернативный взгляд на работу вожатого представляет педагогический отряд детского оздоровительного комплекса «Уральская березка». Детский оздоровительный комплекс «Уральская березка» представляет фантазия на тему «Полет в будущее». Совершая верные поступки, мы, вожатые, учимся летать. Каким будет наш полет? Будем ли мы ползать по земле или взлетим высоко в небо, зависит только от нас. Но нужно помнить, что от нашего полета зависит полет наших детей. Deep stairs gonna get you nowhere. Why? Why?
Ну и не слышно болельщиков уральской девятки. Давайте всем кричалку. Ура!